Вот, друзья мои, у Колюшки отобрала кусок хлеба, чтобы вам показать. Думала, что не пропечется у меня эта ковришка. Рассказываю Коле. Остался, говорю, хлеб. А он говорит, а я, говорит, его кушаю. Как раз, говорит, отломал уже. Вот Николай Александрович у меня ужинает. Попробовал рыбник. Попробовал. Вкуснотища. Первый раз съел рыбник с окунем. Вот. Ну и как, много хлеба? Хлеба, так ты же видишь, я немножко его съел хлеба. Ну, теста немного, да, Коль? Теста много. Я тебе что сказала, что немного? Но рыбник вкусный, да. С окуня первый раз пробовал и вкуснотища. Да, не понял даже, что шкурка убрана. Вкусно, он сразу, я говорю, ты ужины даже не будешь, он сразу этот рыбник набросился, и лучок чувствуется, правда? Да. Вот, я, говорит, скажу, что ты мне велела сказать, что рыбник вкусный. Ну ладно, все, кушай. Сегодня, друзья мои, у нас, я тут новость подбросила вам в шорте, и Коля, вот, сейчас мне смешную новость. А я в интернете узнал, что есть молодильные грибы, они такие черные, как чаша, такие, пленка сверху, и там жижа, короче, как кисель, знаешь, такая. Можно умываться и пить. Да ты что? Да. Вот я не знаю, фейк, не фейк, но... Ну вот представь, да, пить это гадость какую-то, не каждый. Он запрещен, кстати, запрещен государственному к сбору. Вот этот гриб. О боже. Да. Колюшка, поснимай, я кое-что покажу, что я заказала с Вайлдберриса. Это я заказала, друзья, давно очень хотела эту штуку. Почему еще на видео? Потому что я боюсь, что вдруг она работать не будет. Я ее видела у других блогеров, потому что покупаем перец горошком. Ну, молотый он как-то... Молотый. А хочется вот горошком купить и тут же размолоть, чтобы запах был. Если, например, готовый молотый покупать... Что такое? Водичка есть? Ничего не нравится. Вот если готовый молотый, например, покупать... то его можно в суп, а так вот, ну, вернее, куда-то в фарш готовый или куда-то еще. А так вот, если, например, только посыпать, чтобы запах был. И что? Это сюда сыпать? Вот сюда сыпать, в эту баночку. А, сюда сыпать. Вот сюда насыпать и... Подожди-ка, а нажимать куда? Не поняла, нажимать-то куда? Может, повернуть что надо? Все по-русски, китайски написано. Вот так. Тут даже кнопки нет. Может, повернуть, говорю, надо? Она, может, не нажимается, потому что она... Подожди. Ира такая сунулась. Вот так. Она хоть электрическая у тебя? Никакая она электрическая, она на батарейках. Ну, на батарейках. Куда батарейки вставляются? Попробуйте, прочтите, короче. Угу. Она-ка в коробке. Нормально. Может быть, она с перцем работает? А, она с перцем, наверное. Подожди-ка. Давай попробуем перца насыпать. Не знаю, давай еще. Так, оказывается, надо батарейки. Батарейки. Как-то они входят неплотно. Но если работать не будет, то можно будет сдать. Так. Что-то у нас с батарейками, Коля, не входит. Ты не пихай. У тебя не встали или они не встали? Не встали. Так. Вот батарейка. А, вот, все. Все, батарейка. Так, заделывается. Угу. А! Нормально, сейчас попробуем. Мы даже попробуем сейчас, друзья. Я-то не думала, я думала с кнопочкой, она здесь сбоку. Вот такой вот перец. У меня. Я уже волнуюсь, что ничего не получится.
сюда, походу, ставится, да? Да. Аккуратненько это я потом заделаю. Мы даже принесли сковородочку с печенью, чтобы продемонстрировать. Давай ее сюда. Так, и чё? Ну и чё? И как она нажимается? Я не знаю, как она включается. А где она нажимается-то? Так, батарейки. Ну так, как ты нажимаешь? Как она? Трындец купила. Как обезьяна с гранатой, блин. Мартышка и очки. Что делать-то, где кнопка? Ури-ури, где кнопка? Друзья, где кнопка? Я не могу. Купила херню. Куля, чего? Где кнопка? Откуда я знаю, где кнопка? Так, подожди. Там ты батарейки. Это мы откручиваем. Ой, бля. Где кнопка? Ну это вообще. Слушай, может тут фиксатор? Так нет. Сейчас как начнет там мне. Подожди, а как же? Оно не нажимается нигде. Короче. Все, да? Купила. Куля, где кнопка? Ну давай, будем разбираться теперь. Что? Отключаем. Друзья мои, еще один сюрприз, короче. Тут батарейки. Оказывается, еще должны быть батарейки. Сейчас ставим. Пойдем искать батарейки сначала. Ставили. Так, теперь продолжаем искать кнопку. Теперь что делать? Батарейки вставлены, короче. Хоть правильно ставила. Да как нет-то? Ты что думаешь, я совсем тупая, что ли? Продолжаем искать кнопку. Так, гравитационная. Слушай, короче, надо открывать Валберес. Ну-ка, правильно хоть вставила я кнопку-то? Ой, не кнопку-то, а эти батарейки-то. Так. Ну, всякая я не дурочка. Ну, теперь-то я уже, конечно, даже сомневаюсь. Может, и дурочка. Так, там это... написано все. Да? Ну, я же знаю, как батарейки вставляются. Ёшкин кот. Ой. Деревья. Я бы попросила бы. Не трогай деревенских жителей. Сам-то откуда вы? Откуда вы сам-то? Лико. Не знаешь, как и включить. Ну и что дальше? А другую сторону-то проверь. Я обе проверила. Коль, хорош издеваться. А я какую проверяла? Я уже не помню. Ой. Конечно, я же вставила все путью. Че ты? Смотри, может, там еще третью сторону надо это, нажать. Нет? Или зарядить. Да уж. Во, купила игрушку. Етишкин жизнь, а. Короче, включаем видео на Валберес, смотрим. В общем, друзья, смотрите, вставили батарейки. Одна оказалась неисправная. Оказывается, что надо только перевернуть. И она начинает сыпаться. Вот она сыпется. Вот столько насыпали. Ну, Коля любит перченое, поэтому... попробует. Я думала, что она с кнопочкой. Значит, ее вот надо держать вот так все время, да? Да, вот она и тут нарисована, коробочки. Надо держать вот так. А если ты захочешь... Сейчас я вот сюда ее насыплю. Куда-нибудь насыплю, да и все потом обратно высыплю. Да перчи сюда-то. Да она будет очень перченая. Нормально перчи. Вот видите, вон она.
То есть надо... не води медленно, просто поставь, переверни, пускай видит. Давай вот сюда. Ну, я, конечно, хотела не такую. Я думаю, будет с кнопочкой. Ну, в принципе, если вот так вот откручивать ее... А зачем ее откручивать-то? Нет, например, там добавить перец или что, вот так вот можно открутить. Так, так и надо откручивать. Да, что не надо переворачивать. Главное знать, что не надо переворачивать, надо крюк научить. Ну, я хотела, конечно, немножко не такую. Я хотела немножко другого плана, но, в принципе, тоже ничего, да? Тоже ничего. Если захочешь там поперчить, пожалуйста. Только где регулировка помола написана, я не знаю. Колюшка, а где регулировка помола? Ты меня спрашиваешь? Вот эта вот штучка, может, поворачивается? Может быть, да. Может быть, кстати, да. Да, вот она вот, наверное, вот так угу. поворачивается. Он. Угу. Покрупнее, да? Да, это покрупнее. Тут безопасно, походу, там эти. Так. Буся, ну-ка выйди со стола, деловая колбаса. Мамка. А ну-ка иди отсюда. Иди отсюда. Все, иди, монстр. Такая ты наглая сюда залезла. В общем, ухохоталась я с этой меленькой. Еще бы немножко, уже было бы не до смеху. А так ничего, мне понравилось. Сейчас я сразу же, пока у меня тут Николя снимает, покажу, что еще заказала. Потому что это все нужное. Перчик это нужный. Ну, на столе такой беспорядочек. Это я так чай собралась пить, друзья. В общем, смотрите, вот, вот эти вот. Три пачки перца. А ну-ка, когда же я расскажу людям, сколько это стоит. Так, мои покупки. Значит, три пачки стоят 471 рубль. Смесь перцев здесь. Вот то, что мне надо. И в одной пачке идет... Не вижу пока. У меня что-то глаз тоже не падает. 240 грамм. А, ну это нормально вообще-то, да? Это выходит, что 600 грамм. Ну, считай, больше даже. 4... Ну, это не надо показывать. Что... Подумать, что реклама. 471 рубль. Потом я заказала вот такие орехи. Вот такие орехи. Смесь. Ореховая смесь сырая. Это я все помою, просушу. Так, и стоит она 756 рублей. Здесь килограмм. А еще я заказала для глинтвейна. У меня попалось 83 рубля. Мы с Колей будем в следующие выходные, если попадем на дачу, будем делать глинтвейн из вина. Ну, знаете, что глинтвейн, естественно, делается из вина. Просто Коле показываем, говорит, это что? Я говорю, это глинтвейн будем с тобой. А, слушай, вон тут грог, пунш, компоты, пряный чай. Что ты будешь, пунш или пряный чай? Я вино без этого. Приправы без этого. Вино без приправы, да? Да. Нафиг не надо, приправы всякие. Вот такие вот дела. Вот такой вот у меня Николя. Смешной. Да. Николя, вы знаете, друзья, не буду оправдываться или там еще что-то. Вот смотрите, он у меня все время ходит в таком виде. Серый низ и черный верх. У него, не подумайте, что это одна пара. У него и штаны вот одни вот с надписью, другие без. Просто я вот сколько его снимаю, скажите, что ходит в одном и том же. Это не так. Как там состоп показывают? Как? Как-то так. А, это когда бьют. Да. Вот как-то вот так, подожди, вот так вот. Вот да. Так, ну вот так вот, пальчик вот сюда. Так вот, да. Что типа я его бью. Короче, смеемся, мельница меня довела до приступа. Просто до нервного срыва, ешкин кот. Да. Придется выпить чашечку глинтвейна. Да. В следующую субботу. Ну все, Николя. Все, давай. Разобрались мы с тобой, да? Это я разобрался. В смысле ты разобрался? Я понял, что батарейки она. Да? Да. Ладно, давай ты мне так помоги, унеси печень. Ты не это, не эти вытащила? Я не знаю, я батарейки повытаскивала везде, откуда со можно. Со всех, да? Со всех этих мышек, пультов. Да, давай. Вот такие дела. Ну ладно, друзья мои, все, посмеялись. Увидимся в следующем ролике теперь уже. Всем пока.